Всем привет! Пустышки семьи Коновых, часть вторая. Снимаю 30.04, не знаю, когда выйдет. Накопила кучу малу, аж камера села. Представляете? Ну что ж, поедем с вами. А вот эта вот парочка, пользуюсь уже ей очень-очень давно, и могу сказать, что они очень-очень классные. Какое-то время их не было в наличии, потом они снова появились. Ну, скорее всего, перебои с ингредиентами в связи с политической ситуацией в мире. И сейчас они нам, как обычно, доступны. Первое – это кислородная пенящаяся маска для лица. Артикул 0857, тут видите вставочку. Очень классная штука, клевая, мне нравится. А вот у меня половинка еще осталась. Эта маска, она делает очень много. Вот лично, как по мне, она делает очень много. Вот смотрите. Сейчас она начнет пениться, как вы видите. Начнется пенка, пенка, пенка. И эффект очень интересный. Это средство идет с мгновенным устранением следов усталости, излишнего блеска и очищения кожи. Идеально перед большими мероприятиями или нанесением макияжа. Маска начинает пузыриться, вспениваться. И на нанесении кожу срабатывает Novaftemo 2, который обеспечивает глубокое проникновение кислорода в кожу. Вот видите, она вспенилась так прикольно. И в принципе в этом месте можно еще раз ее размазать и еще раз подождать, пока она вспенится. Тогда будет двойной эффект за счет таких вот пузырьков. Видите, вспенивается мгновенно и 3, и 4 раза. Очень такая интересная, клевая масочка. Итак, кислородный бустер. Это штука, которая мне тоже безумно нравится. Уже практически закончилась, поэтому решила его в пустышке поместить. Его я вам в прошлых обзорах говорила, что нет наличия. В этот раз он есть в наличии. Вы его наносите, и он срабатывает как артикул, кстати, 5799. И он идет как энергетический бустер. Это супер легкое средство для интенсивного увлажнения и тонизирования. Как бы такая невесомая пенка при нанесении на кожу превращается в ухаживающий тоник. Он моментально увлажняет и удерживает влагу в течение 72 часов, наполняет энергией, усиливает защитные свойства, возвращает тусклую обезвоженную кожу к жизни. Уникальная текстура превращает уход в удовольствие. В общем, такая вот пенка с очень свежим, классным, красивым, вкусным ароматом. Прям красивым, вы не ослышались, потому что мне нравятся свежие, приятные ароматы, я от них без ума. Дальше, конечно же, красота изнутри, снаружи. Бесполезно мазаться, если чего-то внутри не хватает. Это уже все врачи говорят, и мой врач говорит. Так, с артикулом 157-57 хлорелла спирулина, водоросли. Дальше это салфетки для интимной гигиены, детские салфетки, как обычно. И поедем смотреть, что же у нас закончилось еще. Господи, с чего начать? Очень хорошие гигиенические прокладки дневные с артикулом 112-89. Я их просто обожаю. Они очень хорошие. Так, далее. Сезон дождей, таяния снега и так далее прошел. Влажные салфетки для кожаных изделий. 305-51. Это влажные салфетки для экранов и мониторов. 112-49. Кстати, вот заметила, у них есть недостаток. Они хорошо моют, чистят. Не знаю, никаких ворсинок у меня не остается на мониторе. Монитор у меня, в принципе, большой, такой увесистый. И телевизоры, и все. Это все в порядке. Вот то, что мне писали, там какие-то ворсинки, еще что-то. Нет, они точно не остаются. Но у них есть один недостаток. Если вы их открыли, не храните их, даже если они закрыты вот на этот клапан, причем он такой многоразовый, не храните их больше 2 месяцев, иначе они у вас просто тупо высохнут. Однажды мы открыли салфетки, оставили, потом не смогли найти в своей семикомнатной квартире, где оставили, и открыли вторую пачку. И когда нашли первую, она уже такая была полу-полувлажная, еле-еле-еле, и толком ничего уже не отмывала, потому что открыта была месяца, наверное, полтора. Я говорю, а вот ты где? Прибиралась, я оставила и забыла, и в общем вот. Одну открыли, дорасходовали, потом открываете вторую. Вот так вот. Дальше пихтовита. Мой врач ее очень-очень похвалила. Клеточный сок пихты сибирской, артикул 157-35. Аннотация тут простая. 20 капель мы выливаем в 100-200 мл жидкости и принимаем внутрь 1-2 раза в день за 10-20 минут до еды. Это очень хорошая штука, которая поднимает иммунитет. И мой врач мне говорит, если вы заболели, начинайте пить пихтовиту. Пихтовиту пейте 3-4-5-6 раз в день. Также в 2-литровый графин выдавливаете 3-4 лимона. И это тоже пейте, и можете не разболеться. То есть вот такая вот классная история. Опять Фаберлик нас выручает. Артикул 157-35. Она такая красноватая, ну тут вот есть ролик. Запах у нее такой, какой-то сосновой смолы. Аромат такой же, но не сильный, не противно.
Так, универсальный крем с аргинином, мой must have, артикул 1279. Так, это, по-моему, впервые у меня в пустышках. Зубная паста, комплексная защита со вкусом манго. Это новинка. Конечно же, дочь, муж, все давай ей пользоваться, она им понравилась безумно. Я такое не люблю. Я люблю чисто мятное, я за классику. Но вот ребята мои прям вот выдали пустую баночку буквально мгновенно вдвоем, просто вот исчистили зубы. Дальше, значит, зубная паста 6+, груша, любое дело по зубам, Технокидс, артикул 2359. Ну, тоже ребенок чистит зубы, она действительно сладкая, гелевая такая, вкусненькая, в общем-то, приятненькая. Еще один мой фаворит, из месяца в месяц заказываю, это маска Detox с древесным углем. Очень хорошая, стоящая маска. Конечно, я ее делаю только в ванной, иначе у меня просто не будет чистоты. Да, чистоты в комнате. Что я делаю? Я помыла голову, нанесла маску на голову, потом умыла лицо, нанесла маску на лицо и могу там делать все, что хочу. Бороться с волосками, мыться, делать ванночки для ног. Ухаживать за собой я, конечно, люблю. Вот. Ну и в 40 лет оно не повредит ни в каких количествах. Артикул 0276. Кстати, повредит, если нашлепать на себя огромное количество крема, и прям, чтобы очень много, тогда повредит. Мы тут с косметологом просто разговаривали, она говорит, одно дело нанести и попитать кожу, другое дело закупорить все толстенным слоем. Поэтому делайте выводы и старайтесь наносить тонким слоем. Лучше наносить утром и вечером, чем раз в неделю полтюбика. Оно не сработает и пойдет во вред, оказывается. Так, это экспресс-уход для уставшей кожи. За 15 минут кожа обретает яркое сияние, свежесть, как после полноценного сна. Она абсолютно черная, она действительно очень хорошо освежает. Кожа, мы все смеемся, как у поросеночка. Потом после нее, как у поросеночка. Вот такая вот красотка, блестящая, черная, симпатичная. У нее, кстати, тоже свежий, легкий, классный аромат. Так, витамины. А, вот еще одна зубная паста. Давайте о ней поговорим. Что-то как-то она мне не очень понравилась. Термоядерная. 2246. Да, бережное отбеливание. Да, комплексный уход. Она действительно с первого раза уже видно, как отбеливает зубы. 2246. Но она для меня слишком термоядерные. Так, дальше побежали. Значит, омега-3. Омега мы пьем много, мы пьем всей семьей, пьют мои родители, поэтому пустышек всегда с омегой бывает огромное количество. Пьем омега-3 форте, потому что так сказала врач. Артикул 150-79. Я вам объясню, почему именно омега-3 форте, а вы послушайте, пожалуйста. Значит, если у человека есть какие-то прыщики, высыпания, недомогание, лишний вес, в общем, все, что указывает на воспалительные процессы в кишечнике и вообще в целом в организме, омега-3-6,9 может это увеличить. И получится, что если бы вы могли не разболеться, вы можете разболеться. А вот, например, омега-3 без 6,9 в чистом виде омега-3, она очень классно работает именно на организм в плане того, что она, наоборот, поддерживает сосуды, разжижает кровь и так далее. Но так же, как, в принципе, и дигидрокверцетин. И в итоге получается, если человек заболел, мой врач говорит наоборот, можно пить, допустим, даже взрослому, конечно же, взрослому по 5 штук 3 раза в день, после еды, после какого-то приема пищи, потому что это полиненасыщенные жирные кислоты, они едятся именно после еды. И после этого как бы можно уже выздоравливать. Пихтовиту, D3 обязательно выпить большую дозу, если заболела. Если человек худеет, можно тоже пить по 3 штуки 3 раза в день. Это совет от моей подписчицы, тоже врача. Огромная ей благодарность, потому что кожа дрябнет, когда худеется. И чтобы кожа не дрябла, надо омегу-3 пить в лошадиных дозах. Поэтому вот мы пьем. Дочка моя, кстати, пьет. Вот, кстати, тот самый D3 2000 единиц. Детский мы дочке не заказываем. Врач сказала, что там смешная дозировка, это слишком мало. Артикул 157-77. Именно 2000 международных единиц. Вот муж у меня с утра после сдачи анализов пил по 5 штук с утра каждый день. Потом анализы сдал, и врач сказала пить по 2 штуки с утра, тоже после еды. То есть он накладывает 3 омеги, 3 D3, и все это заглатывает после еды. А еще он пьет цинк-селен. Цинк и селен, я уже пропила. Далее, дигидрокверцетин. Это мощная штука для сосудов, для тех, кто любит кофе много пить, чая много пить, есть какие-то вредные привычки, связанные с сигаретами, алкоголем и так далее, тому подобное, вот нужно пить дигидрокверцетин. Артикул 157-90, он сохраняет сосуды, ну и в принципе весь организм. Так, дальше, нейропротектор. Очень крутая штука, конечно, дорогая, но пропив его месяц, я могу сказать, действительно мозгов прибавилось. Правда, я стала лучше спать, спокойнее спать. Тут 90 капсул по 300 миллиграмм, по моему ценнику, не по цене каталога, по моему
ценнику. Он стоит, по-моему, 3300 рублей, но оно того стоит. Очень много людей в чате чистоты, в который я была, в принципе, добавлена, и сейчас добавляю всю свою структуру и команду, выздоравливают. Поэтому нейропротектор – это то, с чего нужно начинать. Особенно врачи там рекомендуют. Там реально сидят врачи со стажем, 30 лет стажа и так далее. Не только мой врач там, но и все остальные врачи. И даже есть случаи, и причем их десятки этих случаев, как люди излечиваются от таких тяжелых заболеваний, как инсульт и так далее, вот с помощью этого нейропротектора. Поэтому смотрите сами. 158-29 артикул. Так, омега-3, антипаразит мы пьем, допиваем уже 157-63. Это на черном орехе очень классный. Так, D3, омега-3, омега-3. Так, вот про это хочу сказать. Так, вот еще один, кстати, антипаразит, но это уже идет как Либероверм, 156-97 артикул. Очень классная штука, очень хороший антипаразит. Можно их сочетать вместе, потому что, допустим, в этом черного ореха нет, и он идет без биоперина. И поэтому вот все, что идет с биоперином, как мой врач сказала, вот это нужно пить отдельно. То есть это с биоперином, это без, это тоже с биоперином. И биоперин, он, конечно, усиливает свойства все, но вот этот она мне сказала пить отдельно и антипаразит отдельно. То есть мы с мужем целый месяц пили по две штуки, этих две и вот этих две, на ночь на голодный желудок, когда вот уже чувствуется, что-то бы поел, вот мы вот это пили. Две таких, и выпили несколько упаковок. На всякий случай еще будем брать с собой в поездку по одной упаковке. Далее, иммуносистем суппорт комплекс. Артикул идет 156-78, биологически активная добавка к пище. Ее можно пару месяцев пить с утра на голодный желудок. Это иммуностимулятор. Тут смесь бурых водорослей, спирулина, это же хлорелла, аминокислота, ундария перистая, витамин D, витамин В2 и биоперин, как раз вот этот очень хороший состав. Люди действительно управляют сам. Далее, это модулятор Форте. Если тут идет стимулятор Форте, да, иммуностимулятор, то вот это, так, а тут у нас что? А, тут гудфлора, о ней позже. То вот это иммуномодулятор Форте. Их можно сочетать, но Александр Эдигер говорит по очереди. То есть мой врач меня знает, она мне сказала сочетать. Ну что ж, хорошо. 156-79, иммуномодулятор Форте. Очень классная штука. Тут в составе как раз таки есть тот самый дорогущий дигидрокверцетин, железо, витамин С, витамин D. И также бета-глюканы, куркума, биоперин и еще там много чего. И я могу вам сказать, что действительно я себя стала лучше чувствовать. То есть вот с очистки организма и с иммунной системы нужно начинать в первую очередь. Это чистка и иммунная система. Дальше кардио. Магния пока в компании Faberlic нет, но кардио я обязательно пью. Две штучки в день. И я вам могу сказать, недавно у меня что-то заколотилось в сердце, как-то вот не по себе, как-то вот не то. Ну, были несколько плохих новостей, связанных с бизнесом. И я просто вот почувствовала, бьется сердце, успокоиться не могу. Я выпила кардио, две штуки, запила магнием, чайной ложкой магния у нас. И я вам могу сказать, что все, мне стало отлично, я уснула, как младенец, я успокоилась, вообще все здорово. Так я его пью через час после завтрака, вот этот кардио, две штучки, и запиваю магнием обязательно. Магний, он как раз усваивается, его лучше всего пить, ну так вот, через час после еды. Артикул 156-84. Муж же у меня пьет через час после еды магний плюс цинк плюс селен. Все по две штучки пьет. Цинк есть у нас, он наш пьет цинк, селен пока что с Вальберис заказываем. Так, дальше. Good Flora. Это у нас идет поддержка микрофлоры кишечника. Мы их пьем по одной штуке, два раза в день, до обеда и до ужина. Очень классная штука. Вначале слабила, а сейчас уже все окей, мы привыкли. Пить мы его будем месяца три. Артикул 156-85. Очень хорошо. Поддержка кишечника. Так, дальше. Живица пошла. Кедровая. Живица кедровая. 157-28 артикул. Так, омега. Омега. Ну, омеги за 3 месяца накопилось. Ну, дай боже. Дигидрокверцетин. Пьет моя маленькая дочь. 9 лет. Старшая дочь. 23 года скоро. Антон и я. Вот, и еще я папе с мамой купила по 5 баночек, но я их это в Мурыгине сделала заказ и отправила, их в обзорах не было. У меня на БАДах около 3000 баллов заказов было, ну, об этом вы видели на форуме. Почему? Потому что БАДы сейчас, ну, извините меня, сейчас такое ужасное питание, и те, кто не пьют БАДы, ну, очень сильно рискуют. Артикул 157-90, дигидрокверцетин, вообще
После 30 его можно пить всем, практически вот по одной штучке в день можно вообще вот так пить. Допустим, месяца 3 пьете, неделю перерыв, опять месяца 3 пьете. Вот так вот. Он никому не повредит, даже тем, кто кормит грудью, как сказала мой врач. Омега-3, не 3,6,9, а именно омега-3, ее нужно пить. И вот дигидрокверцетин. Так, это все было. Так, вот это, значит, выпил у меня тоже человек, это был набор такой из двух штук. Тут у нас идет глюкозамин и так далее, комплекс для суставов и соединительной ткани. То есть выпили, сказали, да, действительно, бегать, прыгать лучше стало. Женщина уже в возрасте, давно на пенсии. Алоэ баланс пропила. Думаю, что он все стоит, наверное, скоро срок кончится. Открыла, начала пить. Смотрю, срок-то до 01.24. Ну, хорошо. Вначале тоже слабит, а потом все нормально. Ну, сами знаете, алоэ это надо. 157.39. Витамин D3. Так, омега. Живица. Так, ньютоник. Тут в составе идет огромное количество витаминов Е, В1, В2, В6, В12, А, С, никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин, янтарная кислота, артикул 157-32. В общем, все для ваших мозгов. Большие такие крупные таблетки. Я их ем как сладкие такие штучки-дрючки. В общем, вот так вот. Так, живица, нейропротектор еще. Один, да, два нейропротектора, мы с мужем вдвоем их пропивали, да, как вы видите, кстати, продолжаем пить дальше, пили по две штуки два раза в день, сейчас пьем просто по две штуки в день, потом перейдем через месяц на одну в день, вот, и опять-таки живится. Дальше, коктейль, я его называю коктейль, муж называет фитоконцентрат, 14 порций, это чай, 157-15, от него очень много энергии. Давайте вот состав загуглю. От него очень много энергии, во-первых. Во-вторых, он идет, чтобы похудеть. Вот, муж меня его любит, пьет прям пачками. Артикул 157-15. Дальше, коралловый кальций. По упаковке кладем. В общем, все, что мы делаем, мы готовим на этой воде. Мы пьем эту воду и так далее. Все на коралловом кальции. Артикул 157-30. Перерывы делаем очень редко, если я забыла его заказать. Или его вот недавно на складе вообще не было. Дальше, кофе «Добрый день». Гостей у меня бывает много, сама грешна, наркоманка конкретная кофейная, очень люблю кофе. Чай мы сейчас в магазине покупаем, потому что чая нету. А вот кофе, смотрите, доброе утро, меня в основном пьют девочки и пьют мало, да, а добрый день пьют все гости. Так, артикул 16.049, о, кофе добрый день, в нем меньше кофеина, больше... Так, подождите, забыла, как называется. Эффект «Мягкая бодрость» достигается благодаря уникальному балансу кофеина и других веществ в составе зерна. Теобрамин или как? Теобрамин. В общем, как-то вот я забыла, если честно. А тут больше кофеина идет. Эффект «Длительная бодрость» достигается благодаря уникальному балансу кофеина и других веществ в составе. 16.048. В общем, кому чего. Этот идет с натуральным кофе, это без. То есть вот этот можно налить там теплой водичкой, там так далее. Этот теплой водичкой вы не заварите, только кипятком, потому что иначе кофе, который нужно варить, заваривать, он сверху поднимется и будет не очень хорошо. Вот про это забыла сказать. Но он у меня самый-самый любимый. Офигенский вкус. Очень вкусно. Так, семена чиа. Очень любим делать смузи и туда кидать чио и сидеть похрустывать, кушать. Обалденная вкуснятина. 157-54. Дальше кетчупы шашлычные пошли. Сейчас кетчуп классический есть в распродаже. Я взяла аж 20 штук. 16.051. Кетчупа нет, а в распродаже он есть. Представляете? Дальше, значит, псиллиум, шелуха подорожника. Печем булочки каждое утро. У нас нет обычного хлеба в доме, потому что мы решили поддержать ребенка, ну и себя. Глютен после 40 сильно забивает мозги. Обычный хлеб мы из магазина не едим, не печем, ничего такое. Мы заказываем всем, я вам, да, показывала на своем телеграм-канале. Кто еще не на моем телеграм-канале, вот, разверните, нажмите развернуть, подпишитесь, посмотрите. Я там показываю свои покупки с Яндексов, с Вальбериса и так далее, вдобавок к покупкам Фаберлик. И честно могу сказать, вот лучше себя стал чувствовать и кишечник, и все. Когда ты сочетаешь БАДы и стараешься сочетать, конечно же, ПП. Чем меньше химии, тем лучше. Да, я живой человек, я недавно была на день рождения, и не знаю, уместно ли это слово, но жрала торт. Я съела 2 куска, поэтому я не могу сказать, что я его покушала. Я так соскучилась уже вот по этому сладкому, по пакостям всяких, как моржом, да, в кавычках, пакости называем, что прям наелась, аж 2 дольки съела. Потом пила энтеросгель из аптеки, потому что мне стало нехорошо, ну, потому что слишком много сладкого я съела. Шелуха подорожника 157-64, псиллиум.
очень нравится в булочках, поэтому печем. Я заказываю его всегда много, по 10, по 15 штук. Он у меня заканчивается, я снова 10-15 штук беру и довольно таки часто беру. Это полезно, полезно для детей и для взрослых очень-очень-очень. Его можно пить просто так, чиститься, но если вы просто так псилиумом чистите свой организм, плюсом он еще лечит кишечник за счет слизи, то, дорогие мои, пейте очень много воды. Прямо очень много воды пейте. Тут прямо наистрожайше. Лучше не пейте псилиум, чем вы скажете, ой, да что так нормально, ненормально. Он очень сильно набухает, разбухает, он выводит очень много пакостей из организма. И организму нужны силы вывести вот эти пакости, которые собрал псилиум. Иначе может быть все что угодно. Вот я тут слушала диетолога, не своего врача, а на ютубе диетолога. Вот когда организму некуда деть пакости, особенно детский организм, они делают, организм, ну, что попало выдает. Он может выдать конъюнктивит, потому что, ну, некуда. Он может выдать у подростков сильнейшую сыпь. Это будет не гормональная сыпь, а именно вот, что переполнение всяким дерьмом, типа там Pepsi, Cola, Twix, Max, Snickers, вот это все, чипсы. И, конечно, в этом моменте, да, вот я этого мужчину слушала, мне очень-очень понравилось. Он говорит, если даже вы это все едите, то чиститесь вовремя, обязательно. У нас еще есть детокс от БАДов, вот этих вот серии Molecula Force, тоже очень хорошо. Но во время чистки, во время приема псилиума и так далее, ну, обязательно нужно пить больше воды, чем вы привыкли. Хотя бы на 2-3 стакана больше воды. Вот, иначе может выйти куда попало. Там, допустим, колени воспалятся, там, не знаю, какой-нибудь фурункул где-то вскочит, тьфу-тьфу, не дай бог. Насморком может выйти, по носам может выйти. Ну, непредсказуемо. Если вы чистите организм, оно должно у вас выходить. Поэтому обязательно старайтесь пить много воды. У меня мама как-то раз пила траву, полынь, пижму и кору крушины. Ей тогда исполнилось 70 лет. Сейчас ей уже 76 в мае, было 25 мая. Но тогда ей было еще 70 лет. И она начала пить 3 раза в день, как положено, по 100 грамм. 300 грамм этой травы заваривала. Ну, 400 грамм кипятком и 300 грамм отмеряла. Остальное выливала, если что-то осталось. И вот она это пила. Да, действительно, все хорошо, все здорово. Но это же чистка. Кора крушины, она очень сильно слабит. И, конечно же, организм стал обезвожен. И у нее закружилась голова, она упала в обморок, и бошку чуть об стену не разбила. А потом она говорит, а, идите нафиг со своими травами. И мы ей еле-еле ее убедили, что она просто мало пила воды. У организма не было сил вывести все то, что погибало. Потому что люди, когда они вообще всю жизнь не чистились, они начинают чиститься, они не могут в априори себя чувствовать хорошо. Потому что копится патогенная микрофлора в кишечнике, копится плесень, грибки, микроорганизмы различного вида гельмин. И обязательно нужно пить много воды, если вы чиститесь. Особенно травой, такой как полынь. Она же вообще жесткая. Она там всех подряд убивает, все выводит. Она вообще не разбирается там ни с кем. Да, и она очень хорошо, кстати, эта полынь лечит кишечник, если есть где-то какие-то противовоспалительные штуки-дрюки. И вот после такой чистки вот эти БАДы усваиваются на ура. Вы сразу видите резкий эффект. Через 3-4 дня вы прямо видите. Иногда человеку нужно почиститься, чтобы увидеть быстрый эффект. А иногда человек без чистки накапливает огромное количество каловых масс в кишечнике. Но это все мой врач мне рассказывает, а я вам. И из-за этого витаминам очень сложно проникнуть. И нужно, допустим, полгода пить кому-то витамины, потому что он никогда не чистит. И ему эти витамины помогут точно так же, как человеку, который прочистился, и он их пьет неделю, например. Представляете? Это просто обалдеть. Омегу-3, D3 и дигидроквертцетин можно пить в любом случае, они усваиваются. Так, дальше. Faberlic Wellness. 98 калорий в одной порции. Это сейчас пью я, пьет мой муж. Вот эту я пачку лично сама выпила. 15 порций. Прибавляю. Сдавала анализы. Жаловаться не буду. В общем, вкратце скажу, что проблемы с гормонами у меня лично, да, проблемы с гормонами. Все-таки все время обидно, все время, что вот дочка встала в развитии. Вы все знаете, у нас аутизм, и, видать, вот дала себе какую-то слабинку, занервничала где-то что-то, и дала по щитовидке. С щитовидкой не все в порядке, кортизон полез, все вот эти вот. В общем, ладно, не буду рассказывать, просто села на это, потому что чувствую, что начала набирать. Набирать не хочу. Поэтому пью сейчас кучу БАДов по совету моего врача. И могу сказать, что она прям довольна результатом. Сказала, что стало все намного лучше. Я пью и поддержку кишечника, и поддержку печени. В общем, я большой список сейчас пью на самом деле. Артикул 156-51. А еще я заказала Лиссвит в компании Faberlic Лиссвит. Он отвечает за блокирование желаний кушать кучу мучного и сладкого. Я его себе взяла и взяла мужу. Вот будем тоже пить. И тоже, кстати, в компании Faberlic. Так, дальше. Влажные дезодорирующие салфетки. Противовоспалительный чай олива.
В общем, у меня был насморк, я его попила, на всякий случай, там было 5-6 пакетиков, в общем, я вот их выпила за день, ну, за день 4, и на следующий день еще один раз попила чай, я по 2 пакетика всегда завариваю, люблю покрепче. Вроде бы пронесло, плюс пихтовита, плюс D3, плюс омега, в общем, много чего, иммуномодулятор, иммуностимулятор. В общем, я не разболелась. Артикул 157-50. Тут не богатый состав, но бьющий точно в цель. Хотите выздороветь, точно выздоровите. И антистресс даем Викуське в те дни, когда она перевозбуждена. Артикул 156-67. И в каждой пустышке одна пачка влажных салфеток для удаления свежих пятен. Артикул 115-52. На самом деле мы пару пачек пустых израсходованных еще выкинули в Москве. Вот. Ну и кошачий корм заканчивается, не знаю. А, там еще маска, господи. Да, кошачий корм вот заканчивается у нас уже скоро все. Очень жалко, что не стали выпускать, но в связи, наверное, опять-таки, да, с поставками, с усложнением поставок. Так, это у нас возрождающая маска для лица антистресс. Честно скажу, больше не закажу из-за запаха. Вот подождите секунду, посмотрю, точно ли это она. Да, мне не понравился вот этот вот какой-то сладкий неприятный аромат. Он легкий, он не бьющий в нос, но не очень понравился. Кстати, действие нормальное. Она действительно возрождает, она повышает эластичность, она устраняет следы стресса и усталости. Но просто есть масочки с более приятным лично для меня ароматом. Хотя в прошлый раз я их взяла по купону, да, помните, 3 штуки я рассказывала. И вот это последнее. Больше заказывать не буду, не понравилось из-за запаха. Ну, в принципе, стоящая маска хорошая. Но есть очень много других масок, от которых я просто кайфую. И такой же результат, и запах намного для меня лично, для моего носа приятен. Вот. Особенно после ковида некоторые запахи, знаете, искажаются. И иногда один человек чувствует одно, а другой абсолютно другое. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Конова Аня, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео.